Всем огромнейший приветик, с вами Алиса и Богата до неприличия. Глава 8. Начать. Ты сидишь на скамеечке возле пианино, обхватив колени руками. Склонив голову на бок, ты смотришь на мир за окном. После всего, что произошло в эти дни, ты чувствуешь себя эмоционально опустошенной и измученной. Моменты душевной близости, которую я испытала с Блейком, были лучшими из всех, что я знала за всю жизнь. В этом нет сомнений. А что насчет опасных игр в тайной комнате? Я могу к ним вернуться, как только захочу. Каково мое решение? Подходит ли это для меня? Ну, мне кажется, что ей на все 200% подходит. Чем больше я об этом думаю, тем больше мне нравится это занятие во всех его деталях. Если я смогу воплотить свои желания и познать эту часть своей натуры, наступит настоящее освобождение. И хотя мое влечение к Блейку очень велико, я понимаю, что вечно так жить не смогу. Я не на своем месте. Оставаться здесь значит бежать от реальности. Я должна вернуться в свою настоящую жизнь, хотя от нее мало что осталось. Я слишком долго плыла по течению. Пришло время взять собственную жизнь в свои руки, как бы трудно это ни было. Окажись я завтра дома, что сделала бы прежде всего? О безопасности Блейка? Прежде всего, я бы, наверное, порвала с Адрианом. Эта ситуация заставила меня осознать, что жизнь коротка и что в ней нельзя довольствоваться малым. Я больше ни секунды не потрачу на отношения, которые не приносят мне ни радости, ни удовлетворения. В глубине души ты мечтаешь еще хотя бы пару дней провести с Блейком, подальше от невыносимой реальности. Реальности, которая пошла под откос после смерти твоей матери. Если я хочу, чтобы Блейк вырвался из этой истории без потерь, чтобы его не тронули власти и люди, которые меня преследуют, то нам нужно вместе разработать план и поскорее. Я вижу единственный способ. Блейк должен потребовать выкуп и скрыться из нашего штата, не оставив следов. Но это значит, что я могу больше никогда его не увидеть. Ты вскакиваешь со скамеечки и принимаешься мерить комнату шагами. Все эти размышления превратили тебя в суетливую, бестолковую неврастеничку. Я хочу, чтобы было так. Когда все это кончится, каждый должен так или иначе остаться в плюсе. Блейк получит свои деньги, папа сможет воспользоваться шумихой, которая начнется после моего счастливого возвращения, для того, чтобы добавить обаяние своему имиджу. А что получу я? Ничего. Если только... Тебя озаряет блестящая мысль, и ты высоко подпрыгиваешь от восторга. В радостном нетерпении ты покидаешь комнату, чтобы найти Блейка. Инстинкт тебя не подвел. Блейк в столовой. Он готовит себе кофе. Блейк, нам надо поговорить. О чем? Я хочу получить свою долю, когда все это кончится. О чем ты? Я хочу поучаствовать в собственном выкупе. Ничего себе. Ох, подожди. Ты хочешь сказать, что готова шантажом вытянуть деньги собственного отца? Думаю, можно и так сказать. Откуда эта внезапная перемена? Я поняла, что, собственно говоря, именно из-за него оказалась в такой ужасной ситуации. Ты сказала «ужасные ситуации»? Блейк притягивает тебя к себе, обняв за талию,
Вы стоите так близко, что ты ощущаешь его запах. Такой знакомый, мужской. Что это на него нашло? Он не казался мне любителем обнимашек. Но я определенно не против. Да, ужасную. Меня похитили, помнишь? В любом случае, я поняла. Виновник того, что я здесь оказалась, мой отец. Сначала он вступил в конфликт с конкурентом, а потом выгнал меня из дома. Так что мне не помешало бы что-нибудь с этого получить? Как хорошо в его объятиях. Я впервые ощущаю рядом с ним такую искреннюю любовь и заботу. Что я могу сказать? Очень впечатляющая хитрость и предприимчивость. Никогда бы не подумал, что ты наделена такими качествами. Я впечатлила Блейка? Вот это новость! Впечатлить его еще сильнее. Деньги от выкупа позволят мне обрести свободу и больше не зависеть от папы. Интересно, сколько же она собралась их выманить, этих денег, чтобы ей прям вот хватило? Если, когда я попаду домой, отношения между нами не наладятся, то с деньгами я, по крайней мере, смогу делать, что захочу. Может, уеду от него в другую часть света и начну новую жизнь, не знаю. Хорошо, когда у тебя есть выбор, это главное. Мудрое решение. Что же, пора перейти к цифрам, согласна? Сколько, по-твоему, отец готов заплатить, чтобы ты вернулась к нему живой и здоровой? Максимальная сумма, которую папа готов заплатить, это... Это я еще должна решить? Максимальная. Но это же единственная любимая дочка. Давайте возьмем побольше, чтобы на всех хватило. 10. Впечатляющая сумма. Я его единственный ребенок, по крайней мере, единственный законный. И снова твой язык работает быстрее, чем мозг. Ты сожалеешь о своих словах, едва их услышав. Но сейчас тебе хочется одного — сказать о своем отце что-нибудь гадкое. Идем дальше. Какую часть этой суммы ты хочешь получить? Да, сколько я должна взять? Ну, 50. Да ты озверела. Да. Ну, тебе все равно достанется очень приличная сумма. Блейк некоторое время размышляет, потом кивает. Ладно, договорились. Вернемся к делу. Блейк отпускает тебя и выходит из столовой. Возвращаясь, он держит в одной руке телефон, а в другое что-то похожее на пульт от телевизора. Вот телефон и устройство для изменения голоса. Я думала, телефоны тут не работают. Это спутниковый телефон. Он цепляется не к наземным вышкам, а к спутникам, как ты понимаешь. Готово? Блейк протягивает тебе телефон. Ты делаешь глубокий вдох и, поколебавшись мгновение, набираешь номер отца. Тебе трудно хранить спокойствие, когда ты слышишь, как из телефона раздаются гудок за гудком. Наконец... Алло? Из динамика слышится знакомый голос отца. Тебя охватывает буря эмоций. Все-таки тебе хватает сил оставаться спокойной. Здравствуйте, мистер Ричард Палмер. Голос Блейка стал другим, глубоким, механическим. Простите, мы знакомы? Вы не знаете, кто я, и лучше, если это так и будет. У меня есть то, что вы хотели бы получить. Ваша дочь. Наступает молчание. Ричард пытается справиться с тем, что он сейчас услышал. Когда он наконец отвечает, он говорит, скрипя зубами и задыхаясь от гнева. «Клянусь, если ты тронешь ее хоть пальцем, я найду тебя и лично прослежу, чтобы ты умер медленной, мучительной смертью».
Успокойтесь, Ричард. Элла в полном порядке. Я спас ее от вашего конкурента, который вас сильно недолюбливает, и задумал ее похитить. О! Наступает молчание. Твой отец пытается принять ситуацию и обдумать ее. Сколько ты хочешь? Просто скажи, я заплачу, умоляю. Не причиняй вреда моей дочери, умоляю. Я хочу поговорить с ней. Я должен знать, что с ней все хорошо. У тебя в горле встает ком. Блейк передает тебе телефон без устройства для изменения голоса. Она слушает, вы можете говорить. Элла, дочка, прости меня. Я в первый раз после нашей ссоры говорю с папой. Как много тем хочется с ним обсудить. Что мне сказать ему? Да, он выгнал меня из дома. Ты вышвырнул меня из дома, папа, из-за Софии. Как ты мог? Слова льются потоком, прежде чем у тебя появляется малейшая возможность их остановить. Я не хотел, просто вспылил. Я мечтаю взять свои слова назад. Слушай меня, я сделаю так, что ты вернешься домой целой и невредимой. Обещаю, не волнуйся, хорошо? Это было очень мило, но время истекло. Послушай, я не буду обращаться к властям. Я заплачу эти деньги, просто скажи, сколько ты хочешь. Но я требую, чтобы моя дочь завтра была дома, живая и здоровая. Мне нравятся ваши слова, Ричард. Чем скорее, тем лучше. Блейк называет ему место и время завтрашнего обмена и заканчивает разговор. Ричард принимает все условия, и они быстро приходят к согласию. Неужели это все закончится? А, как-то я уже сама привыкла, что они там вдвоем живут. Папа даже не пытался обсуждать сумму. Наверное, из чувства вины, он ведь знал, что я слушаю. Все прошло хорошо и очень быстро. Давай отпразднуем. Это твой последний вечер в моем доме. Давай, что ты придумал? Надень красивое платье и приходи к бассейну. Похоже, завтра я возвращаюсь домой. Это вызывает у меня радость, смешанную с горечью. Неужели это и правда последний вечер, который мы с Блейком проведем вместе? Если так, сделаем этот вечер незабываемым. Ух ты, как миленько. А из этих волос ничего не видно. На удивление, мне нравятся оба наряда. Но что-то похожее черненькое у нее есть, поэтому давайте возьмем. Это розовенькое. А, нет. Да, очень мало причесок, которые можно взять как альтернативу. Блин. Ладно, давайте вернем хвостик. Просто потрясающе. Я точно знаю, Блейк такой и запомнит меня в этом платье, сидящий рядом с бассейном. Возле бассейна накрыт столик для двоих. На нем стоят бутылка шампанского в серебряном ведерке со льдом и два бокала. В середине стола горит свеча. Блейк сидит в одном из кресел. Как романтично. Блейк видит тебя, и его лицо расплывается в широкой улыбке. Он встает, чтобы проводить тебя к столику, положив руку чуть ниже твоей спины. Ты прекрасна. Ты заставляешь меня краснеть. Спасибо. Садись, пожалуйста. Мне нравится, как он на меня смотрит, словно я тот единственный человек на свете, с которым он хотел бы быть рядом в эту минуту. Похоже, я выбрала правильное платье.
Начнем с тоста, пожалуй. Блейк разливает вино и поднимает бокал. Ты первая. За новую жизнь. Выпьем за это. Вы чокаетесь, глядя друг другу в глаза. Между вами осталось так много недосказанного, и ты подозреваешь, что это навсегда. С каким чувством ты ждешь завтрашнего дня? С радостным, наверное. С некоторыми оговорками, конечно. Да? Почему? Я не знаю, любит ли меня отец на самом деле. Что заставляет тебя сомневаться? Хороший вопрос. Почему я думаю, что на самом деле папа меня не любит? У меня такое чувство, как будто... Ну, такие глупые ответы на самом деле. Напоминаю о матери, конечно. Это, наверное, единственный подходящий. Это просто приводит его к очередной грусти и всего-то. Но это не значит, что он ее не любит. Он очень тяжело пережил смерть моей матери. Целую неделю не ходил в офис. Если бы ты знал моего отца, ты бы понял, насколько это серьезно, ведь он настоящий трудоголик. Мне кажется, в какой-то момент он желал, чтобы вместо нее умерла я. Я не знаю всего о ваших с ним отношениях, но мне показалось, что он искренне беспокоится о тебе. Он только что согласился заплатить астрономическую сумму за то, чтобы ты вернулась домой в целости и сохранности. Возможно, он сделал это, поскольку чувствует, что обязан так поступить. Иначе что скажут люди? Его имидж пострадает. Я бы все отдала, чтобы узнать, какие чувства на самом деле испытывает ко мне мой папа. Новый тост? Да, конечно. За воспоминания. Не успеваешь ты на это ответить, как Блейк перебивает тебя. У меня есть для тебя сюрприз, Элла. Встречаемся в твоей комнате через 10 минут. Ты понятия не имеешь, что задумал Блейк. Когда ты наконец слышишь 3 уверенных стука в дверь, ты точно знаешь, что это он. Во-первых, потому что в доме больше никого нет, а во-вторых, потому что Блейк должен стучать именно так. Входи. Блейк открывает дверь. Он одет в очень эффектный костюм, подходящий отчасти готу, отчасти интеллектуалу. Костюм красиво облегает его ладную фигуру. Что это за костюм? Ух ты! Ему очень идет. Вот, возьми. Он протягивает тебе маску. Что это? Сегодня мы идем на маскарад. Что? Куда? Если я тебе скажу, сюрприза не получится, верно? Я подожду, если ты захочешь переодеться. Хорошо. Сегодня Блейк полон сюрпризов. Интересно, где проходит этот маскарад? Раз он так старался, чтобы сделать вечер особенным, отблагодарю его, оденусь как надо. Ну ничего себе, второй раз переодеваться. Ух, как классно, ей как идиот. Нет, однозначно красный. Угу. Но здесь распущенные волосы, это 100%. А вот черные или белые... А, кстати, смотрите, эта прическа тоже подойдет. Давайте возьмем ее. Это платье великолепно. Оно наверняка будет иметь огромный успех. Отлично, я готова. Ого, не думаю, что ты могла бы стать еще красивее, Элла. Блейк берет тебя за руку и вертит, как в танце.
Ты купаешься в его одобрении. Я рада, что выбрала этот наряд. Отлично, идем. Мы на месте. Говоря это, Блейк снимает повязку, закрывавшую твои глаза на время всего путешествия. Ты не сразу понимаешь, где находишься. Минутку. Разве это не мой дом? В смысле, дом моего отца? Да, ты хотела узнать, как он к тебе относится. У тебя есть такая возможность, Элла. Сам я не могу здесь оставаться. Ты хочешь оставить меня здесь, в моем собственном доме? Я верю, что ты сумеешь воспользоваться этой возможностью должным образом. Мы заключили сделку, и я согласна ее условиям. Завтра ты получишь свою долю выкупа. Я буду рядом и не спущу глаз моей прекрасной спутницы. Не скучай. Вот это неожиданный поворот. Губы Блейка изгибаются в улыбке, заставляющей твое сердце замереть на мгновение, и он исчезает. Поищем папу. Здесь сегодня столько народа. Проталкиваясь через толпу, ты начинаешь понимать, что в твоем доме идет изысканная вечеринка в стиле Великого Гэтсби, и это в то время, когда ты остаешься в руках похитителя. Вдалеке мелькает София. Хотя она в маске, ее осанка и стиль мгновенно узнаваемы. Вот я тоже думаю, София узнаваема. Неужели родной отец может не узнать дочку? Ну просто в маске, в такой маленькой на лице. Для меня это всегда смешно, когда я вижу подобные вещи в фильмах. Этот маскарад наверняка ее идея. Только Софии могла прийти в голову такая дурацкая мысль. Я так ее ненавижу, что с радостью отдала бы руку, только бы увидеть, как она хлопнется мордой в пол в этом платье на глазах у всех. Что можно было испортить после маминой смерти? Однако с тех пор, как папа познакомился с Софией, все стало еще хуже. Услышав справа от себя знакомый голос, ты резко поворачиваешься и тут же узнаешь Ричарда, своего отца. Он разговаривает по телефону. Вид у него растерянный. Может, эта вечеринка не его идея, но то, что он допустил ее в своем доме, зная, что его дочь в руках похитителя, это возмутительно. Отец уже повесил трубку. Он стоит в углу один. Сейчас мой шанс с ним поговорить. Подойти к нему? Ну, конечно. Ты подходишь и останавливаешься прямо у него за спиной. Ричард держит почти пустой бокал. Кажется, это виски. Не узнает ли он меня по голосу? Если я постараюсь говорить чужим голосом, думаю, все получится. Ты откашливаешься и подходишь к отцу. Что мне ему сказать? Похвалить замечательную вечеринку. Она станет вечеринкой года. Я заметила в толпе нескольких знаменитостей. Спасибо, я рад, что вам здесь нравится. О, папа, ты можешь притворяться сколько угодно, но и под твоей маской я прекрасно вижу, что ты взволнован и сходишь с ума от страха, бедняжка. Послушайте, я бы рад поболтать с вами, но мне нужно идти. Не скучайте, хорошо, милая? Простите. Твой отец выдавливает еще одну фальшивую улыбку, треплет тебя по плечу и уходит в сторону своего кабинета. Уголком глаза ты замечаешь, что София смотрит на вас издалека и быстро идет вслед за Ричардом. Сердце обливается кровью, когда я вижу папу в таком состоянии. Как бы я хотела сейчас его обнять. Вот и он, вопрос, ответ на который я так долго искала. Папа действительно меня любит. Внезапно твое внимание привлекает очень красивый мужчина в другом конце зала. Он хорошо сложен, широкоплеч,
Светлые пряди оттеняют резкие черты его лица. Это, по-моему, второй парень с обложки. Как странно. Он единственный человек в зале, на котором нет маски. Впрочем, грех прятать такое красивое лицо, верно? Встречались ли мы раньше? Сомневаюсь, я бы точно его запомнила. Ох, он смотрит прямо на меня. Что мне делать? Улыбнуться. Попробую улыбнуться, хотя не уверена, что он разглядит улыбку под этой маской. Он явно ее разглядел, поскольку слегка наклоняет голову, глядя в твою сторону, как бы благодаря тебя. Не знаю, кто этот человек, но это что-то. Я чувствую его магнетизм даже с другого конца зала. Так, Блейк, по-моему, тебе пора насторожиться. Здесь слишком душно. Мне нужно подышать воздухом и выпить. Это уж точно. Ты оглядываешь комнату в поисках выхода и вспоминаешь, что в конце зала есть балкон. Знаете, что я поняла? Что я могу прямо сейчас пойти в свою комнату и вызвать полицию. Или пойти к папе. Я не обязана возвращаться к Блейку. Я уверена, что он следит за мной, но я знаю свой дом гораздо лучше, чем он. Кто знает, что со мной будет, когда он получит свои деньги. Нет никакой гарантии, что он меня отпустит или отдаст мне свою долю. Забавно, что такой вариант я даже не рассматриваю всерьез. О чем это говорит? В этот момент ты ощущаешь, как тебя берут за талию. Сначала это тебя пугает. Ты оглядываешься, видишь, что это Блейк, и испытываешь облегчение. Пойдем. Воссоединение семьи отложим на завтра. Нам нельзя здесь оставаться. Ты позволяешь Блейку вывести себя через заднюю дверь. Ты узнала то, что хотела? Даже больше, чем надеялась. И конец главы. Очень неожиданно, что они даже не целовались за всю главу, в отличие от прошлой, такой очень горячей. Ну что, вот и выходит понемножечку развязка, конец похищения, и даже прям я не представляю, что будет дальше. Все уже пройденные главы вы найдете в плейлисте в описании под этим видео. И спасибо всем, кто читает вместе со мной. А с вами была Алиса. До встречи в следующем видео. Всем пока-пока!